Добрый вечер. Мы находимся на ежегодном отчетном концерте шоу-балета «Нелли Дэнс». Представься, пожалуйста. Меня зовут Надежда. Ты являешься участницей коллектива. Да, я уже очень давно танцую в этом шоу-балете, уже лет, наверное, 7. И, в принципе, столько же я знаю Нелли. И вот каждый год мы стараемся проводить ежегодные концерты, потому что у нас очень-очень много номеров. В этот раз у нас всего лишь получилось 9 номеров, но на самом деле у нас их, наверное, штук 20. Можно было бы, на самом деле, сделать концерт только из наших номеров, но мы физически не можем такого сделать. Но сегодня вот вы увидите наши последние, самые яркие и красочные номера, которые мы сделали. Скажи, а до того, как ты пришла в коллектив «Нелли Дэнс», ты занималась танцами еще где-то? Да, я до этого занималась танцами в других школах, и в восточной школе я занималась. Ну, а так практически 50%, даже 90% я вот занимаюсь у «Нелли». Скажи, для тебя танцы – это хобби или профессия? Ну нет, это уже давно стало моей профессией, слава богу. Мы не просто выступаем, мы также выступаем на корпоративах, на свадьбах, мы зарабатываем этим деньги. И это часть, танцы – это часть моей жизни. Я также преподаю танцы, поэтому вся моя жизнь – это танцы. Кто у тебя любимый танцор из наших известных танцоров? Ну, либо хореограф, может быть. Ну, если честно, я вот за современные хореографии. Вы, наверное, имели в виду современную, да, хореографию какую-то? Неважно, неважно. Я, честно говоря, даже не знаю. У меня, я не слежу вот за шоу-бизнесом, за какими-то танцорами. У меня нет такого какого-то лидера, честно говоря, поэтому не могу ответить. А к классическим танцам как относишься, к балету? Ну, вообще, я с классического балета, можно сказать, чуть-чуть так же начинала, потому что без классической хореографии, по сути, невозможен танец никакой, даже не восточный, не русский народный, никакой. Поэтому я и ходила, и иногда до сих пор посещаю уроки классической хореографии. Отлично. Какая у тебя мечта в жизни? Ну, я надеюсь, что я очень многого еще добьюсь в танцах, потому что у нас с каждым годом, на самом деле, становится все интереснее и интереснее. Нам жизнь преподносит много разных открытий, мы ставим много различных танцев, мы все время что-то новое делаем, и все это интересно. У нас много интересных людей в жизни, нам встречаются на выступлениях. Это эмоции, и это, на самом деле, счастье заниматься танцами и танцевать на сцене. И я просто хочу, чтобы... Я даже не знаю, что уже пожелать. На самом деле, в моей жизни все есть уже. Спасибо тебе большое. Канал «ТВ Шанс» тебе желает успехов. Приходи к нам. Удачи. Спасибо.